Так, ребят, кто собирается покупать машину с аукциона, вот сейчас как раз ситуация с Александром. Они пытаются купить машину на аукционе, торгуются, выигрывают, а им говорят, не продадим, потому что, как я так понимаю, ожидаемые суммы машина не добрала. Машину с продажи снимают, на следующий день снова выставляют. Опять ради этого цирка все. Проституция. Даже не проституция, с проституцией все честно. А это даже не проституция, непонятно о чем. We'll be right back.